Здравствуйте, уважаемые садоводы! Малину любят все, особенно крупную, сладкую и нечервивую. Удобрение, о котором сегодня пойдет речь, важно внести в ваш малинник осенью, чтобы малины было много, чтобы она была крупной и сладкой на следующий год, а также чтобы хорошо перезимовала. Речь пойдет о калий-магнезии для малины осенью. Действующий состав таков: от 24 до 28% калия, который входит в комплекс жизненно важных элементов питания малины осенью, и от 11 до 18% оксида магния. Это соединение необходимо для фотосинтеза и выработки белка, влияет на строение тканей и процессы роста в будущем году, а также оптимизирует усвоение фосфора, железа, кальция и помогает в синтезе и накоплении аскорбиновой кислоты и эфирных масел. Если внести нужное количество калий-магнезии с осени, то можно забыть про пожелтение малинника в следующем году. Так вот, важно внести 2 столовые ложки данного удобрения на 1 квадратный метр малинника в жидком или сухом виде осенью в сентябре или октябре. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!